heart. Для того, чтобы самый последний человек на земле мог услышать. His kingdom is yet to be brought to society. Его царство все еще должно быть принесено в это общество. During these 3 days, и в течение этих 3 дней I will be looking at several things. Я буду говорить о разных вещах, некоторых. But for the next 25 minutes, но следующие 25 минут своего времени we will look at some. Мы некоторым только прикоснемся. The first thing God put in my heart is и первая вещь, о которой я хочу говорить, Бог поместил в мое сердце. For us to understand how to bring the kingdom of God to the society, чтобы нам понять о том, каким образом приносить Царство Божье в общество, we must go to the origin of society. Нам нужно с вами совершить путешествие в самые истоки и начало всего. In the book of Genesis, мы с вами будем начинать с книги Бытие. In chapter 1, мы будем читать 1 глава, verse 26. С 26 стиха. It says, then God said, Библия говорит, и сказал Let Бог, us make man in our own image. Сотворим человека по образу нашему. In our likeness, и по подобию нашему. And let them rule over the fish of the seas and the birds of the air. И пусть владычествуют они над всеми рыбами морскими. Or let them have dominion. И пусть будет у них владычество. This scripture, это местописание, tells you and I, говорит нам, God's ultimate plan for the earth. О Божьем плане, изначальном плане. When God conceived about this earth, когда Бог, Он зачал внутри себя эту идею создания земли, He has a plan. У Него уже был план. He created all things. Он создал все. Having created all things, небеса сотворены все. Все. He decided. He decided. И когда он тогда решил, когда было уже все сотворено, Let us make man. Он говорит, слушай, да сотворим мы человека. In our own image. Да сотворим мы человека по образу нашему. And let them have dominion. И пусть тот, который по образу нашему имеет владычество. So God's ultimate intention is that man will be the God over the earth. Божье изначальное намерение было, чтобы человек владыкой был на этой земле. And after God conceived that plan, и после того, как у Бога родился этот план, verse 27 tells us, 27 стих говорит нам, God implemented his plan. Бог применил, Бог совершил этот план. So God created man in his own image. Он ввел план в действие, он говорит, он сотворил человека по образу своему. In the image of God created he him. По подобию своему сотворил его. Male and female. Мужчину и женщину сотворил их. So, итак, for man to be God over the earth. Чтобы человек был Богом над землей. God made man out of the dust of the earth. Бог сотворил человека из праха земного. And he breathed in them. И вдохнул в него свою личность, самого себя, дыхание жизни. So that God came out of God into clay. Чтобы Бог, из Бога вышел Бог и вошел в форму праха. And man became a living soul. И Библия говорит, что тогда, в тот момент, человек стал душой живой. God empowered man. Бог снарядил, он дал человеку. To be the administrator. Он дал человеку право быть управляющим на этой земле. От своего имени, от своего владычества. Listen to me. Послушайте. You know the angels of God. Вы слышали об ангелах Божьих? As powerful and mighty and glorious that God created them. Они настолько могущественны, настолько сильные и славные, какими их сотворил Бог. Do you know that God never lives in angels? He does not live in angels. Но вы знаете, что Бог самого себя в ангелов он не помещал, он не живет в ангелах. For you ministers, listen to me. There are some things и служители, послушайте внимательно это очень. But clay, но представьте себе прах, пыль, that God made. Глина, которую Бог взял. God came out of God. И Бог, из Бога вышел Бог. And entered into clay. И вошел в форму из глины. Listen to me. Послушайте внимательно. Haven't God done that? Как Бог сделал это? The Bible tells us in verse 28. Библия говорит нам в 28 стихе. Origin of society. Мы говорим об истоках создания общества на земле. God blessed them. Библия говорит, и благословил их Бог. And said to them, и сказал им Бог, be fruitful. Плодитесь.
Now I want to change your mentality tonight. Я не хочу менять менталитет. It's necessary for that for you to understand and enter into everything God will do in this period. Я хочу менять менталитет ваш сегодня. Я хочу, чтобы мы поняли, что все, что Бог делает. Society did not come because a man thought of bringing it forth. Общество появилось на этой земле не потому, что это человек произвел общество. The foundation of society came from the heart of the Father. Слушайте, начало общества, оно начиналось в сердце у Бога, а не человек создал that его. Mortal man will replicate himself. Бог, он дуплицировал самого себя, перенес себя. For that to happen, и чтобы это произошло, God spoke a blessing out of himself. Бог взял самого себя, содержимое, и назвал его благословением, и вынес из себя, и поместил в человека. So listen to me. Поэтому слушайте. Society came out of divine blessing. Общество появилось в результате божественного благословения и божественного действия на этой земле. This is the word of God that can never lie. Это то, что говорит Слово Божье, а оно никогда не врет и не обманывает. Now, if that be so, если это так, why should we be talking today? Почему тогда сегодня, когда мы говорим, about taking the kingdom, мы говорим о том, чтобы принести which was Царство in man Божье, from beginning, которое было изначально, back to man. Которое было изначально, мы говорим о том, чтобы принести we, его людям. Оно было у людей, нам нужно принести его к людям now, опять. You will understand and believe with me. Я думаю, что вместе со мной вы поймете это. That in chapter 3 of Genesis, Бытие, 3 глава, before chapter 3, до 3 главы еще, God had been having relationship with man. Бог рассказывает нам и говорит о том, что у него были взаимоотношения God с человеком. God will visit a man in whom his spirit dwells. Бог посещал человека. Он посещал человека, который был душой. It's a principle from beginning to now. Это принцип, который берет свое начало от самого начала до сейчас. Но в 3 главе мы видим, you all are ministers. Вы все сегодня служители, вы somebody знаете. Was mentioned in the Bible who did not exist in the Bible before then. Somebody was mentioned in the Bible. А есть кто-то, о ком упоминает Библия, кого не было изначально. There were two in the garden. Two people were in the garden. Два человека были в саду. Adam and Eve. Адам и Ева. But somebody showed up. Но еще кто-то появился, кого изначально там не было. Он изначально туда не был помещен создателем. What is his name? Как его звали? What do you call that man that showed up? Как вы называете его? Итак, дьявол появился, который там не должен был появляться. In English they call him the devil. По-английски мы называем его devil. In my language they call him Esu. Esu? Esu. На его родном языке называется Эсу. You, yeah, that's good. Yeah. Listen to me. Слушайте. As it was in the beginning, то, как было сначала, so it is now. Точно так же все остается и сейчас. When Satan showed up, когда дьявол появляется, what did he go for? Зачем он пришел? He went for the authority that God gave to the man. Он пришел для того, чтобы забрать власть, которая была передана Богом человеку. We all know the story. Мы все знаем эту историю. From that time on, от того самого момента, the seed of the devil mingled with the seed of man. Ложь дьявола переплелась, она вошла в человека. So the false society, поэтому ложное общество, was the society of Adam to Noah. Первое общество, это было общество Адама, которое было передано Адаму. You will discover, вы, когда будете читать, вы обнаружите, after Adam and Eve fell, когда Адам и Ева упали в грех, God still came for them. Слушайте, Бог все еще пришел к ним. That is why you are gathered here tonight. Вот почему мы с вами сегодня здесь. All the sinners in the cities where you come from. Все грешники из городов, которые приходят, The Father is still looking for them. Слушайте, Отец, Он все еще не отверг их. Он переживает о них, Он заботится о них. The heart of the Father for a sinner is not death. Слушайте, сердце Отца по-прежнему открыто для грешников, для Него они дети. John 3:16.
Иоанна 3:16 говорит нам: For God so loved the world, ибо так возлюбил Бог мир. Not for God so loved the church. Бог, не, там не написано, что Бог так возлюбил церковь. For God so loved the world, нет, там написано, что как раз-таки Бог возлюбил мир. He gave his only begotten son, что Он отдал Сына Своего Единородного. To the witches, Он отдал Его за ведьм. To magicians, Он отдал Его за колдунов. To gays, Он отдал Его за гомосексуалистов, за лесбиян, за наркоманов был отдан Иисус, за алкоголиков, godless people, за людей правительства, murderers, murderers, за убийц, prostitutes, за проституток. God loved them all. Бог по-прежнему любит их, как and это было God изначально. Looking for them. И Бог все еще ищет их, как своих родных. Listen to me. Послушайте. According to some of false theology, и некоторые лжетеологи говорят, when you see a sinner, когда ты видишь грешника, you write him off. You write him off. А, обходи его. You tell him you are going to hell. Говори ему, обращаясь к нему, ты грешник, ты мертвый труп, идущий в ад. Excuse me. Послушайте. He is in hell already. Он уже в аду, он не идет туда, он уже в аду, прямо здесь на земле. Он и так грешник, он и так живет в аду в своей жизни. That is a wrong theology. Это ложная теология, это лжетеология. A sinner. Грешник. Satan got him already. Он уже в лапах дьявола по полные уши. But God, но Бог does not condemn a sinner, он не осуждает грешника, but he condemns sin. Но он осуждает грех. In the sinful man, если грешный человек, he created man, Бог создал обычного человека для себя. That is why God said to Isaiah, вот почему Бог говорил, обращаясь к пророку Исаии, кто пойдет за нас? Or who shall we send? Кому нам послать? What is God saying here? Что Бог говорит здесь нам? A man that will take the kingdom to the society must think like God. Бог говорит, что тот человек, который должен принести и вернуть Царство Божье в это общество, вначале он должен начать думать как Бог. The way you look sinners must change. То, как мы смотрим на грешников, это неправильно. Нам нужно начать смотреть на каждого грешника на этой земле так, как на него смотрит Бог Отец, который создал этих детей. Они его дети. Among the sinners today, слушайте, среди грешников сегодня живущих are great pastors of tomorrow. Есть, ходят прямо среди них бомжей, great наркоманов. Там есть великие пастора, великие евангелисты. Там есть пророк, которых сам Бог от начала сотворения земли создал. Там, среди проституток, стоящих на обочинах, есть великие апостолы Божьи. People who will break down the power of Islam. Там стоят люди, которых Бог от сотворения земли предназначил высвободить силу Божью на People эту землю. That will confront communism. Люди, которые сокрушат коммунизм. If you condemn them, и если вы осуждаете их и смотрите на них неправильно, who shall speak on behalf of God? Тогда вопрос, а кто скажет им, имея менталитет Бога Отца, как Отец, кто к ним обратится? When Adam sinned, God came for him. Слушайте, даже когда Адам согрешил, Бог же это знал, но он все равно к нему пришел. Why do you run for sinners? Что вы хотите от грешников? As if coming close to them will stain you. Зачем убегать от грешников? Bring in the kingdom of God to the society. Не надо от них убегать. Наоборот, мы, как носители царства, имея менталитет Бога Отца, должны принести им это царство обратно. What happened when you see sinners? Что должно происходить, когда вы видите грешника? Who is a sinner? Кто такой грешник? A sinner is a type of Adam. Грешник – это просто Адам, который согрешил. That God created in his own image. Слушайте, грешник – это тот же самый Адам, которого Бог создал по своему образу и подобию. And Satan came. Но дьявол пришел. Deceived him. Он обманул его. And he cannot see the God who made him in his и поэтому image. Этот грешник сегодня – это все тот же Адам, но который не видит Бога, не разумеет и не понимает его. Listen to me, therefore, brethren. Послушайте. This is the reason why. Вот почему. You who are saved, вы, те, которые тут, must rise up for the salvation of others.
Вы должны подняться для того, чтобы принести правду и истину другим. Let me say this to you, brethren. И позвольте мне еще сказать. Satan is not what many Christians call him. Дьявол, он не тот, о ком, как о нем говорят многие христиане. I was asked by pastor to share some testimonies with you. Пастор Сандей, он попросил меня своими свидетельствами поделиться с вами. I will do that before I finish. И прежде чем я закончу, я часть расскажу вам. Satan has no power. У дьявола есть больше власти. Нету власти. Excuse me. Прошу прощения. I said that Satan, я сказал, что у дьявол, demons, демоны, have нет, no нет, power. У них нет никакой власти. Why has the church of God exalted them? Вопрос тогда, почему церковь святых Божьих настолько сильно находится в лже, ну, в обмане, что она возносит дьявола, приписывая ему ту власть, которой у него никогда не было? I talk to you as an apostle of our Lord and Savior Jesus Christ. Я сегодня говорю эти слова вам как апостол Иисуса Христа. But I also talk to you. Но также as a man born in the family that worship Satan. Также говорю вам как человек, который родился прямо в семье тех, которые поклонялись дьяволу и были проданы ему. For a man to be free from Satan, человек, чтобы человек был освободился от дьявола, there is only one way. Есть только один путь для этого. Jesus is the answer. Единственный способ вообще, других способов нет. И этот путь Иисус. Jesus is the answer. Иисус есть ответ на такую проблему. Do you know what Satan has been using against the church? Вы знаете тот инструмент, самый лучший инструмент, которым дьявол пользуется, обманывая и вводя в заблуждение свою церковь? Fear. Страх. Fear. Это инструмент страх. I taught my members in London. Я учу своих членов своей церкви в Лондоне. That Jesus is what he claims to be in the Bible. Что Иисус есть тот, ровно настолько тот, насколько он заявляет и учит о себе в Библии, говорит. You don't need anyone to tell you. Не нужно, чтобы кто-то вам that the Bible is true. Рисовал картину какого-то Иисуса в то время, как только есть, ну, правда есть только в Библии. So I took them to one of my crusades in Nigeria. Поэтому что я сделал? Я взял своих членов на один из моих крусейдов в Нигерии. You know what? Why I went to the crusade? Вы знаете, почему я поехал на крусейд? There is a tribe in Nigeria. A tribe. Есть традиция племя в Нигерии. And this tribe. И это племя. They live in a place called Uja. Они живут в местности, называемой Уджа. They worship Satan so much. И все люди в этой местности, у них национальная религия поклонения дьяволу. That when somebody dies, даже когда кто-то умирает, they bury him standing. Представляете, они хоронят этого человека стоя в гробу. They don't. We bury people, we lay them on the ground. Стоя в земле, ну в могиле, мы обычно ложим. We put them in coffin and then we. Мы ложим их в гроб вначале, а гроб горизонтально ложим в землю. The grave. Of these people, могила этих людей, they dig it like a они выкапывают такой, как колодец. The person who dig the grave, и человек, который копает колодец, must die. Должен там вначале сам умереть. I am not telling you stories of 200 years ago. Я сейчас не рассказываю вам какие-то истории 200-летней давности, темных веков и прошлого. I went there 2 years ago. Я говорю вам о том, что имело место 2 года назад, когда я там был. So when the digger of the grave dig the grave, поэтому, когда гробокопатель копает гроб, могилу, other witches will be casting spell on him to die in that grave because everyone that dies, somebody must die with him. Потому ведьмы и колдуны, которые присутствуют при этом погребении, что они делают? Они говорят слова проклятия, чтобы этот, ну, могилокопатель, он умер там. Почему? Потому что всякий раз, когда кто-то из них умирает, вместе с ним должен умереть еще кто-то. When I heard about it, когда я об этом услышал, I was aggrieved in my spirit. Я просто возмутился в духе своем. Listen to me. Слушайте. I then told my members, let us go to Uja. Я сказал, слушай, все, едем в Уджу все вместе. If Satan is God, we will all worship him. Если сатана Бог, тогда будем поклоняться ему. If Jesus is God, we will worship him. Но если Иисус есть Бог, то будем поклоняться тогда ему. And so we went to Uja. И мы поехали в Уджу. When I got to Uja, когда я приехал туда,
The first day I did a minister's lecture. На первый день моего, по первому дню моего приезда я сделал учение для служителей и пасторов. Listen to me. Слушайте. I'm a foolish man. Я глупый человек. Because. Потому что. Anything the Bible says, you can't tell me it's not true. Я, вы знаете, я не воспринимаю. Я такой, ну, странный человек. Все, что мне говорит Библия, я считаю это правдой. Если вы говорите, что это не так, я не воспринимаю этого. John 14, 12. Иоанна, Евангелие от Иоанна 14, 12 говорит. Jesus said, Иисус сказал. If you have faith in me, если вы имеете веру в меня. You will do the things I have been вы doing. Будете творить те же самые дела, которые я творил, находясь на этой земле. Excuse me. Простите. He did not say if you are anointed, like some people are saying now. Не, слушайте, там не написано, что если вы помазаны Богом, тогда будете творить дела. To do everything that Jesus did. Для того, чтобы делать на этой земле, совершать все те дела, которые совершал Иисус. You only need to believe. Единственное, что нужно, нужно верить. Look, look, if you call it anointing, God bless you. Если вы говорите, что для этого надо помазание с Богом. I say that anointing is for every born again. Я говорю вам, помазание доступно для каждого рожденного свыше христианина. You can heal the sick. Вы, именно вы можете исцелять людей. Вы можете воскрешать мертвых. Слушайте. Вы можете говорить людям. Каждый из вас. Хромые будут ходить. Любой из вас может это делать. As I was teaching the pastors, и когда я учил пасторов там, devil worshippers decided to attack. Дьявол попытался атаковать. And a wind started like tornadoes. И вы знаете, начался такой вихрь. В воздухе прямо начался вихрь. It was coming from my back. Он начался сзади меня. And I was teaching the pastors. А представьте, я тут учу пасторов, сзади меня там вихри бушуют. And he was telling everything прямо в зале, прямо в зале. Because these people in that village used that wind to attack themselves. Потому что эти люди, они услышали, они думают, надо атаковать его. The pastor stood up and started praying in tongues. И тогда пастора все сразу вскочили, начали чакаларамасия на языках молиться. I said, quiet, sit down. Я говорю, слушайте, сядьте, ну кончайте, вы чего? If that wind, если этот ветер и вихрь, stupid, let him enter here. Если он коснется меня, значит я умру, все. I kept on preaching. Если оно действительно имеет силу, все эти штуки, пусть они меня попробуют коснуться тогда. When the wind came to the boundary, и когда подошел он близко ко мне, все это, split into two. Оно просто там подошло к месту, где я стоял. And it went down this height. Этот ураган, ну, этот вихрь разошелся на две and части one went this и начал way. Так меня обходить стороной. Одно, and the other went that way. Одно ушло направо, другое налево I ушло. Kept on teaching them. И я, значит, продолжал их учить. When it passed the camp, когда оно дошло туда, до края, before our eyes, before our eyes, прямо перед нашими глазами, it came together, оно сошлось опять and became very wild. И начало еще крутиться сильнее. I told the people, я сказал, слушайте, in my language, на моем родном языке, they said, я сказал, if a dog is mad, если собака сумасшедшая, he knows the one who feeds him. Даже сумасшедшая собака знает того, кто ее кормит. If Satan is mad, if Satan is mad, если дьявол сумасшедший, he recognized the blood даже несмотря на то, что он сумасшедший, он в курсе, поверьте мне, о крови Иисуса. What the devil has used against the church is fear. То, что дьявол использует, самый лучший инструмент против церкви, это страх. That is the reason why you have more than 365 fear not in the Bible. Вот. One for every day. Вот почему 365 раз написано в Библии слово «не бойся». That night, сегодня, в тот вечер, I told them, bring every sick people you я have. Сказал, слушайте, найдите всех больных, хромых, увечных, приведите их сюда. Wherever they serve Satan, many people are always sick. Там, где есть, там, где люди верят дьяволу, там всегда есть болезни. So, they brought all the sick people. Они привели всех больных. As I stood in the front, и я там перед ними стою. Somebody with hunchback. Кто-то вот такой стоит, сгорбленный. The back is like this. Горбатый. And he was coming.
и приходит туда ко мне. Two people blind. Двое слепых. One of them. Один из них. The eyes suck inside. Его глаза, они вошли внутрь черепной коробки. And the eyes is thin like this. И все, что видно, это вот такие маленькие щелочки вместо глаз. When he opens it, и когда он открывает их, it's all white. Там просто белое, белое абсолютно. And then another blind. И еще один слепой такой. Came. Подошел. His eyes look normal. Глаза вроде нормальные. But he cannot see. Но он вообще ничего не видит. Then they brought a cripple. А еще приводят хромых. And then they wanted to introduce me. И they wanted to introduce me. So introduce me to come and preach. И они представили меня, пригласили на сцену проповедовать. And the Lord said to me. И Бог мне говорит. You are not preaching today. Ты не будешь проповедовать. Neither will you pray for anybody. И ты не будешь ни за кого молиться здесь. I said, so what? Я говорю, а что тогда? The Lord said one of them should pray. Бог говорит, один из них будет молиться. One of them should preach. Пусть кто-то из пасторов, который там будет молиться. And all of them who came with you as your members should stand here. Говорит, а все те, которые с тобой пришли, пусть они там станут. And watch them heal the sick. И пусть они видят, как Бог будет исцелять больных. So I came to the pulpit. Тогда я вышел туда на сцену. I said to them. И говорю. I taught you in Bible school in the morning. Я вас здесь утром учил уже в библейской школе. And all these people are here tonight. И вот смотрите, сколько привели сюда народа. This pastor will preach tonight. Говорит, этот пастор, вы сегодня будете проповедовать. All of you who are sick, you will come forward. А все, которые сидите, вы сюда идите вперед. And all these my members will pray for you. А все мои члены будут молиться за вас. You will be healed in the name of Jesus. И вы все будете исцелены сегодня во имя Иисуса. When the people said amen, когда люди сказали на это аминь, my members were shaking. Мои все члены в шоке, стоят, hello. Дрожат все. Because one of them is 6 months old in the Lord. Потому что один из них, кого я привез, он вообще новообращенный, 6 месяцев в Господе. He is the one who have more faith. Один из них, который 6 месяцев, он самый, оказался у него самая крепкая вера. He had never been to any church. Он еще до этого в церквях просто не so был. He is not confused. Он не в теме был, поэтому он не смущался But от этого. Those who are older, но те, которые больше уже ходили в церковь, they came to me and said, они говорят, апостол, слушайте, you see the hunchback? Ну, посмотрите, ну вот, горбатый стоит. You see that cripple? А ты видишь, вон там хромой. We need your anointing. Слушайте, ну, апостол, нам ваше помазание, нам мы-то здесь не при делах. I told him, я вам говорю. Did you remember what Jesus told us in the day? А я им говорю, слушайте, а вы помните, что Иисус сказал нам? If you have faith in apostle, you do nothing. Говорит, если у вас есть вера в апостола, тогда у вас ничего нет. I myself, I can do nothing. Говорит, я сам. Ну вы в меня верите, а я сам ничего не могу this делать. Blind. Вот слепой стоит. Oh my God. Слушай, Бог. The cripple. А вот хромой. Oh my God. О Боже. But there is somebody who lives in us. Он говорит, ну слушайте, в каждом из нас живет кто-то. His name is Jesus. И имя его Иисус. He is the healer. И он есть тот, He который is исцеляет. The healer. Он есть тот, который освобождает. Listen to me. И слушайте. So the pastor went and preached 15 minutes. Пастор вышел, 15 минут отпроповедовал. He told me he doesn't know what he said. А он говорит, а я не знаю, чего говорить больше. Then he said, all the sick people already are coming forward when they were preaching. Хорошо, все больные вышли уже здесь. The blind. Они выходят туда вперед. The hunchback. Горбатый, хромой. And the cripple. Полный набор. And so I said, everybody who came with me, line up. А я говорю, так, все мои члены быстренько вышли, построились здесь впереди. And one of my members held the blind. И один мой член церкви подошел к слепому, взял его так за руку и говорит, Иисус, Иисус, Иисус. And the blind said, I can see, I can see. А тот слепой говорит, о, я прозрел, я прозрел, я прозрел. The person praying for the blind, he said, а этот человек, который молился за этого слепого, стоит и говорит, я в шоке. And then the other one praying for the other blind that the eyes suck inside. А второй из моих людей молится за того, у которого глаза внутри черепа растут. He said, Jesus! Тоже так. Иисус! The blind said, I can see, I can see. А этот тоже глаза открыл, говорит, о, я вижу теперь. The eyeball popped out. Его глаза так бэнг и выскочили. Then the other one said, be healed in the name of Jesus. И тогда третий говорит, будь исцелен во имя Иисуса, будь исцелен во имя Иисуса. The hunchback. И тут горбатый выходит. Something happened to him.
Что-то с ним происходит. They heard the sound. Boom! Горбатый такой, клак, и все, встал. Встал, нормальный. Horns vanish. Все, отвалился горб. He disappeared. Исчез. The cripple. Хромой вылазит. Throw the crutches away. Он свои костыли бросает и начинает бегать, кричать, Иисус! Listen to me. Слушайте. The word of God is true, even when people do not believe it. Слушайте, слово Божье, оно истинно, верно и правда, даже если люди иногда в него не верят. Many Christians, this is your problem. Христиане, большинство христиан, обращаюсь к вам, ваша проблема в следующем. You want to see before you believe. Вы хотите увидеть ответ до того, как вы поверите в это.